Ну так вот, но я могу это бесконечно повторять. Еще раз вам говорю, что литература, кино – это учебник. Да, вот прямо так и сказано. Знаете, вот в реальности учебники, которые учебники, они ни хрена не учебники, это все просто так оно и есть. Это просто пожирание нашего времени и способ, как говорится, сделать нас всех рабами. А вот искусство, книги, которые наполняют ваш книжный шкаф, если еще, конечно, вы его не выкинули. Кстати говоря, дорогие дамы как раз более склонны выбрасывать книги, чем дорогие мужчины. Так что, ну, женщины вообще злее. Ну, они потому что природные существа. Ну, да не будем. Короче, слушайте. Значит, эти все книги. Диккенс, Бальзак, Пушкин. Это все учебники, кино. Это все имеет самое прямое отношение к жизни. Самое прямое. Настолько прямое, насколько вы... Даже вы это просто недооцениваете. Ну, взять хотя бы зомби-ужас. Все были смехуёчки, а тут вот он наяву. Ну и так вот. Чего не коснись. Да, опять же вспоминаю, когда прохожу мимо Большого театра, все один и тот же анекдот, что едет почтенный человек с дамой в театр. И тут говорит, кричит водителю, разворачивай скорее домой. Водитель говорит, что случилось? Он говорит, театр стоял и будет стоять. А это дело случая. Вот, каждый раз вспоминаю. Да, тут Куплинов прав. Куплинов сказал, театр, это же так скучно. То есть только в буфет пойти. Ну, в принципе, я же культурный человек, я не должен такого говорить. Но боюсь, что большинство посещений театров мною, это, конечно, была редкостная скука. За некоторыми исключениями. Ну, во всем должно быть чудо. Если ты ставишь пьесу, опять же, искусство, да, искусство. Искусство – это только чудо, никак иначе. Если ты делаешь что-то по-любительски, там, ни нашим, ни вашим, там, да, лучше не делай. Искусство – это абсолютная самоотдача. Это нужно творить чудо. Если ты не творишь чудо, вообще не твори. Потому что, ну, да, там, освоишь бюджетные деньги, там, может быть. Ну да, придут, тебя похлопают. Ну, они ни Богу, ни тебе, ни обществу. Ничего от этого не будет. Нужно чудо исключительно в искусстве. В жизни немножко другая картина.